Вчера свозили ребенка в музей Дарвина. Ну, честно говоря, ребенок, конечно, довольный и очень сильно понравилось. Но по сравнению со школьной программой, взрослыми туда советовать не хочу ходить. Но это все равно, что пользоваться настоящей техникой Apple, а потом заказать китайскую подделку. То есть, просто жесть. Вообще ничего интересного как бы не было. Все было однотипным. Мы обошли два музея, в которых экспонаты даже были представлены на разных этажах. Практически одинаковые. Экспозиция так себе, скажем. Откровенно. Но, тем не менее, детям там будет интересно. Детям даже до 10 лет, я думаю, будет супер. Узнать, что такое эволюция, узнать о том, как путешествует геном у зверушек. Ну и посмотреть, естественно, на окаменелые остатки динозавров. А это палочник, вот сверчки. Сверчки? А вон светлячки. Где светлячки? А вот. А это червячки. Это не червячки. Чернотелка зоофобус называется. А вот тараканы. Тараканы какие? Таракан автомобильчик. А вот большие тараканы. Папа! Ау. Смотри, какой тараканы. Красивый, да? На тропу эволюции пойдем, а кто это сверчки? Сверчки. Ух ты, какие жуки классные. А что они делают? Играются и кушают. Гляди, какие прям классные такие. Да. Мама, пойдем за лапу покажу. Покажи. А вон паук какой, глянь. Ничего себе, тараканы еще огромные. Гляди, Кира, пойдем большого паука покажу. Птицы еда. Да. Мама, а в мультике про муравьев там а тут, гляди, кузнечики какие толстенькие, гляди, толстенькие кузнечики. А мама, смотри, бабочка! Смотри. Не кричи. Палочники. Твои любимые. Мама, какие бабочки красивые, да? Да. Вон они еще. Да. А здесь смотри, видишь, вот такие штучки висят. Это не листики, это куколки. Куколки? Куколки. Да, бабочки влюбляются. А я поймала одну кусеницу и хотела забрать ее домой, чтобы было отпустить, когда она уже стала бабочкой. Иди сюда. Мама, паук! Ужас. Я здесь постояла, там будет, гляди, еще кто-то сидит. Скорпиончик. Паук, по-моему, еще один. Скорпион. Скорпион. Какие они гадко лохматолапые. Мама. Ужас просто какой-то. Мама, смотри, еще. Видела? Красивенько. Вот на таких деревьях растут бананы. Маленьких. А такое у нас дома росло. А это из разных озер вода. Вот Байкал написано. Где Байкал? Вот прямо стоит. А. Птички не настоящие. Не знаю. Сами сделали. Бумаги. Кукушка номер 7. Где вы видите номер? Вот он. Красивая. Зеленая цисса. Скажи, цисса. Цисса. О. Мама. И черный, и серый голубой. Точечку. А это кто? Бутылинная сорока, а это и яйца. Тебе
Камушки в воду. Ворончонка, вот такого по размеру. Ласточка. Это манный буревестник. А то что? А то мы потом пойдем посмотрим. Гляди, какие хорошенькие. А вот чик-чирик воробушек. Мама, воробушек. Воробей! 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 А это, смотри, сычи какие-то. Да. Папа! Да, утки. Это, наверное, утки. Мама. Пингвин. Маленький пингвишек. Помнишь? А таких уток не кормил. А вон, гляди, какие клювые. Мам, а чё кто это? Патка. Кто это? Топорок. Топорок? Топорок. А у этой рыбки смешные окончания на хвостике. Вроде бы заканчивается перышко, а потом раз и снова начинается. А вот глядите, какие красивые птички. Бля, они рыбишки поймали. Да. Это зимородки. Да. Класс. Мама, я вижу по ракушке. По ракушке ты видишь, но видишь, что они рыбок ловят. У них да. В клювиках рыбки. Пойдемте туда. Лягушки копать. Бар. Это что, лягушка копательная, что ли? Да. Такая лягушка, которую выкопали. Выкопали. Какие у него желтые зубики? Слепушонок. Угу. Это называется. Мама. О, у этого вообще глазок нет, посмотри. Кто это? Слепушонок. У него нет глазок. А вот кротик. Можно потрогать. Он мягенький. Дайте попробовать. Ой, правда мягенький. Папа, мне дайте вот. Ну попробуй. Не трогай, все, папа отойдет. Пробуй. Только смотри, чтобы не укусил. Да он не кусается. Да я его не трогал. Потрогай. Смотри. Крот и златород. Златокрот. Крот-златокрот. А тут у нас... Писец. Мама. Домовая мышь и серая крыса. Обыкновенный вот мышь, писец. А вот крыса. Мама, вот кто это? Писец. 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 Который писец? Нет. Писец – это такой... А сюда? Такое животное, которое ценное нет. Зайчики. Зайчик. Заяц-кролик. Дикий кролик это, а не заяц, папа. Зайчика ушки длинные. Лапки задние вообще длинные. Кротики. Кротики. Ой, а что с глазками у него? Просто небольшие. Ух ты, кролики. Что там? Собиратели росы. Это ящерица. Молох. Она вся в колючках. Чайка. Чайка в руках называется. Фламинго. Розовенький. Фламинго, розовая. А черепаха тебе не нравится? Да, мне нравится. И все. А чем они питаются? Мухами. Ну, сейчас они отдыхают. А вот те тоже, видишь, у них, вот смотри. И закрылась. Вон, видишь, закрытые? Вон, закрытые. Мам, вот кому не интересен дельфин? Забирай готовенького. Дельфиненок. А то кто? Эмбрион енота-полоскуна. Мама. Смотри, вот в этой банке енотик.
полоска. А это ящерицы. А в этой енотик пончик. Да. А тут кто? А с той стороны. Какое растение? Я говорила павлин вообще-то. А вот обезьянки. Ух ты! А вот это вот цветочек самый большой в мире. Но воняет ужас как. Воняет? Воняет тухлым мясом. А вот кто? Посмотри, какую бабочку. Ну вон же бабочка, видишь какая? Огромная. А вот смотри, ящерицы, которые умеют летать, маленькие, видишь? А вверху кто? А вверху смотри какой. Флорис. Вот он, вот. А это кто? Это ведь горилла. Горилла? Да. Ничего себе. А это кто? Броненосцы? То есть вот она. Да. Смотрите, серебристый шумок. Огромный. Папа, мы там нашли Симба. Симба? Да. Морской лев, смотришь? Огромный какой, ничего себе, правда? Больше папы по росту. Не крути ты сейчас по стеклу, ударишь, стекло разбавится. А что это? А, нет, это морж. Вот он, морж. Северный морской котик. Вот он. Убери свою эту штуку. Здравствуйте.
Какая вам больше всего нравится? Самка. Какая? Черненькая. Вот это черненькая? Вот такса? Да. Мопс в жизни не скажет, что это мопс. Какая-то худая штука. А мне нравится вот это и вон та. Вон та? Да. Сербернат? Когда маленькая была, всегда сербернат. А мне такие не нравятся. Мне нравится кавказская овчарка. Кира, пожалуйста. А зебру никто не хочет? Зебру я хочу. Удивительно. Азиатский бурун. Хочу зебру. Хочешь зебру? Да. А кулачика не хочешь? Гляди, это кива. Птичка киви. Да. Смотри, у него такой шерсть. Пингвин. Мам, смотри. Да. Называется большая поганка. Змея. Скелет. Журавлика. Ой, какие тушканчики смешные. Эй, Кира, взгляни, какие тушканчики. Что? Такой большой жук. А вон, гляди, кошечки какие. Это мама, это дочка. Это тоже мама почему-то. Две мамы не бывает. Папа. А, папа, да. Вы заяк пропустили, зайки все там. Вон. Ну мы сейчас пойдем. Гора стайки. Зайки. Кролики. Кролики? Так я и сказала. Кролики. Сцепленное расследование. А посмотри, какие петушки. Это скучно. Что там еще есть? Твой тигр? Да. Ручной? Это же лев. Король? Симба. Ой, лемуры. Thank you.
давайте посмотрим, сколько попугаев весит Кира. Да я тебя вешу. 6303 Киры надо, чтобы... 23 килограмма ты уже весишь? Ну это в одежде плюс сумка. А, это 6303 Киры, это будет один кир. Да. О, меньше стало весить. А в мышках? Ой, одна Кира это 944 мышки. А в собачках? Одна Кира это одна собачка. А черепахи? 78 черепах это одна Кира. А в попугаях? 235 попугаев это Кира. О, змеи это. Сколько змей у нас есть? Две змеи это одна Кира. А в слонах? Один слон это 212 Кир. А вон с той стороны еще один скелет. Мама, смотри. Да, точно. Иди вон еще один скелет. О, это же Рекс. А вон твой любимый волк коричневого цвета. Да. А вон еще большой динозавр. Вон Тирекс. Да, тираннозавр, Тирекс. И обезьянка. С этой стороны, с этой стороны. Смотри, в камне. Вот он, видишь? Тираннозавр. Это не там. Да. Видишь? Детеныш. А вот смотри, какой череп. Да. Это тоже динозавровый череп. А вот мамонты. А вот смотри, тоже череп динозавра. А нет, это череп динозавровый такой. Птицы. Птица. Да. Это череп. Мама, смотри. А это вот мамонтовые. И опять горилла. Ну, тут много всяких обезьян, видишь? Спасибо. Что ты делаешь? Ничего. Родственник? Не знаешь? Ой, какая красивая. А вот лемурчик. Тонкий лори. Мама. А. Вот один лемур. Да. Такой же маленький, как причем эти. Женщина. А мужчины? Не сохранились. Мама. Он скелет мужчины. Нет, женщины. Древние черепа. Мама, смотри, какой черепа. Смотри, вот такие вот шкурки у них лежали в домиках. От съеденных животных? Да. А вот так вот они рвали на кусочки фламинго и выбрасывали. Точно. Мы такое видели. Да, видишь, там шкурки постелены. Это домик у них, они там спали. Прямо на копытах и огне. Да? А потом они сделали себе другие домики. Вот такие. Ой, смотри, еще шкур. Черепа тоже что?
Это не мозг, это черепа. Это вот, видишь, первобытник, где я вижу вещи. Одевались в шкуры животных, жили в пещерах, потому что там тепло можно было, укрытие найти. А вот уже новые домики, видишь? А из костей делали очень много поделок. Например, делали крючки для того, чтобы рыбу ловить. Там уже прям юрта, юрта. На нашего сантехника похож. О, одежда. А вот игрушечки, глянь, какие. Видишь, какие у них куколки были каменные. А девушка, видишь, какая была? Девочки 13-14 лет мальчика и девочки 10-12 лет. А когда люди умирают, значит, это другие люди? Парное детское захоронение 28-826-300. Все, к динозавру. Побежали. Бегом, бегом, бегом. Беги. Ну, пойдем. Вот встань, я тебя фоткну, чтобы его всего было видно. Можно, да, мама? Она уже еле ходит, спать хочет. Как она сказала? Я хочу не есть, а спать. Да. Как будто бы да. Улыбочку. Всем, кому было интересно данное видео, под палец вверх, либо палец вниз. Подписываемся на канал. Всем пока.